Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы в саднике Олуха. Шестой день, забираем вот этот вот сундучок. Ага, рунки, рыбка, еще руны. 20 рун в общем количестве мне выпало из этого сундучка. Ну что, сегодня я планирую допройти события. Вот это вот. У нас еще в запасе есть один день, 12 часов. Но я думаю, что за сегодняшнюю заходку мы все-таки сделаем. И происшествие муштра наездников. Это будет через 23 часа доступно. Угу. Окей. Ну-ка. У нас, кстати, прокачалась же катапульта. Вот я думаю, стоит ли мне рискнуть и напасть. Так, давай посмотрим, что мне безумие. Ох ты. А что это за яйцо? О, верховная тень. Блин, да он у меня есть. Верховная тень у меня есть. Слушай, я, честно говоря, не помню. Но мы можем посмотреть. Да ёк-макарёк. В ангаре. Если я, например, открою Верховная тень. Ну, тут ты его фиг увидишь так. Редкие. Давай редких посмотрим. Опять же, это только кто в ангаре. Это ночная жуть. Это не то. Это у нас страж. Тоже не то. Яйцекус. 1000 стрел. Слушай, да по-моему нету. Ладно, пускай, ребята, он выводится. Мы потом посмотрим, когда он полностью у нас созреет. Был у нас такой или нет. Так, древоруб. Кстати, я же хотел прокачивать, он 105 уровня. Давай-ка мы, наверное, уже начнем потихонечку их качать. Что у нас тут? 15 рун дали, спасибо большое. Так, водорез. Громоль. Так, и все-таки я, наверное, попробую, рискну сюда напасть. 71 уровень. Раз, два, три. 4, 5. К бою. Не знаю, что у нас из этого получится. И покажут нам флот, пускай. Слушай, ну флот не такой большой. Начну, пожалуй, я вот с этой стороны нападение. Давай-ка попробуем. Вот, они уже начинают бомбить, ребят. Эта лодка начинает бомбить. Отлично. О, нет. Ты посмотри, они мне моментально вырубили без зубика. Это говорит о том, что я, короче, отступаю, ребят. Это говорит о том, что нет, мне не справиться просто с ними. Нет, если, конечно, я прокачаю своих драконов, опять же, до какого-то там максимального уровня. Он у меня в данный момент 86, даже не 90, 86 уровень. Ясен перцем нужно прокачивать. Ну, что ты нам принесешь? Янтарь? Нет, пак. Интересно, что мне здесь выпадет в конце концов. Только не шестеренки, пожалуйста. Только не шестеренки. Так, руны. 4 штуки. То есть он просто-напросто окупил свое приключение. Давай, лети. Барсик, ну а ты что? Что нам дашь? Руны. Ну, допустим, салочки. Захотели мы поиграть. Кривоклык достает нам яйцо. Яйцо древоруба. Да ладно, летите дальше. И у нас переезд Громгильды. Бесплатно, конечно же, все. Так, здесь вроде бы как все спокойно. Ладно, пускай идет за рыбой. Этот тоже пускай летит за рыбой. Этих чуть позже, наверное, мы куда-нибудь определим. Сейчас я хочу отправить без зубика. А без зубика я буду отправлять, опять же, на поиски вот этих вот. О, зачем? Что я? Что я сделал, друзья мои? Твою налево, блин, да как. Ой, поспешил, ребят. Я потратил
Я потратил руны. 118 штук. Твою дивизию. Так, лети за рыбой. Так, спасибо за железо. Кстати, мы еще можем его отправить. Немножечко только нам нужно древесинки. И отправляем. Опа, и полетел, полетел родной. Так, здесь время гнильца, 88 уровень у него. Тоже как бы резонно было бы его прокачать. Что ж тут, как говорится, греха таить. Ну-ка, что ты мне принес? 100 железа, друзья. А в итоге нам дадут, наверное, загадочный пак. Так, 6 монет Одина. Шторморез, кошмарный пистолет, крылатый ужас. И немножечко наград. Я его отправляю дальше в приключение, ребят. Все, пускай он летит, занимается своими делами. Тут у нас 34 уровень. Пускай летит. Роза ветров тоже пускай летит. 480 миллионов, и тут 480 миллионов. Угу. Ну, тут понятно. Тут пока даже смотреть не стоит, там 9000 рун нужно. Давай забираем награду, отправляем их на дальнейшие поиски. Так, подожди. Что ты мне тут принесешь? Опять же мухоморы и тусклый янтарь. Отправляю опять же его на поиски. Этих гавриков отправляю за древесиной. Что за подлагивание, скажи-ка мне на милость. Так, а ты почему у меня стоишь тут? Давай, давай, на поиски. Ладно, фиг с ним, пускай летит за древесиной. Ну что, у нас тут получается все. Все, что мы могли сделать, вроде как сделали. Сейчас я этого... Ага, отправил. А он не хочет никуда лететь, потому что... Все забито. Рыбные места, как ты видишь, у меня забиты. Остается только лишь древесинка. Ладно, пускай за древесиной летит. Ты-то будешь у меня прокачиваться, а? Не. Он вообще не собирается. Он играет на моих нервах. Он просто играет на моих нервах. Ну что, вроде бы здесь все. Остается нам открыть паки и переходить уже потихонечку на события. Шторморез, ловарык, экзотический шепот смерти. Забираем ресурсы и смотрим рекламный пак. Так, монеты Одина забрали. Громыль, ужасное чудовище, шторморез. Чуточку ресурсов. Ну что, вроде бы здесь все. Янтарь у нас... Две штуки получили. Поставим на обмен. Ну, вроде бы пока здесь все. Давай получим награды. Так, сейчас что-то урвем. Ладно, и потом посмотрим. Сейчас вначале вот это все дооткрываем. Вот так вот. И по наградам мы получаем 250 сверкалок. Окей, допустим. Что у нас тут? Не понял. Какой пак вождя? Мы же в тот раз его открывали, пак вождя. Что-то тут не то, ребят. В тот раз же я открывал пак вождя. Грозокрыл. Странные дела тут происходят. Ну что, вроде бы пока все. Ребят, перехожу на события. Драконий корень распространения. Как ты знаешь, нам тут осталось всего лишь 5 поединков отыграть. И, в принципе, оно будет пройдено.
После этого поединка мы забираем с тобой 100 сверкалок. Погоду они нам не сделают, но и дарить я тоже их не собираюсь. А приступим мы с разбора именно шепота смерти. Потом, наверное, все-таки будет у нас змеевик идти на разборку. Хотя водорез мне не особо здесь, конечно, нравится. Уничтожишь? Нет. Пока не уничтожишь. Так, змеевик. Змеевик выпендривается. Мне бы вот хилочку врубить. Опа, 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 и в кого? А вот тебе и фокус, ребята. Мы потеряли кривоклыка. А это только первая волна. Так что делай выводы, блин. Нам еще предстоит там подраться. Охо-хо-хо-хо. Ну и командочка, я тебе скажу. Ну и командочка. У меня одна груша всего лишь. Раз, два. Сделаем вот так. Кто-то из них сделает суператаку, ребят. Скорее всего, это сделает шепот. Бомбанет же, да? Слушай, ну это еще легко отделались. Я тебе так скажу. А вот это уже... это уже трындец. Вот это уже плохо. Плюс еще мне понизили атаку, как ты видишь. Ну и кого ты будешь бомбить? А ты кого? Да, сейчас еще одну атаку зарядит и... ё-моё. Барсик, ну и как ты тут собираешься у меня? Я не знаю. Ты серьезно? Он еще и не добил. Все, ребят, уничтожили меня здесь. Вот такие вот дела. Вот это мы поиграли. Мало того, что я сегодня 118 рун потратил, когда Беззубик отправлял, так мне еще придется 64 руны тратить на то, чтобы мне допройти сегодня событие это. Зашибись. Блин, но все равно я должен был его уничтожить. Я прекрасно знаю, на что он способен. Что он будет делать. Змеевика тогда сейчас хлопнем по-быстренькому. Что, музыка исчезла, как всегда. Ну, давай, что ты там. Сделаем вот так. Отлично, он тратит энергию. Погнали. Это не жилец. На следующем ходу мы его запинаем, скорее всего. Нет, так дело не пойдет. Тратим грушу. Есть. Да, у нас всего лишь 9 прилив сил, я тебе скажу. 9 прилив сил — это мало. Я еще не знаю, какой тут босяцкий будет. Ну, не босяцкий, а какой... самый главный, последний враг. Так, ну что, вот здесь мы погорели, да? И погорели мы вот из-за него. Ну что же, придется тогда вот так вот делать. Будем пинать. Ага. Раз, два. Три энергии. Три энергии оставляет он на... Блин, неужели Барсику... Слушай, пока живем. Отлично. Вот сейчас уже совсем другое дело, ребят. Громорог здесь ничего не сделает. Повыпендривается, но... вот и все. Победа. Давай-ка крутанем. Опа, спасибо за плод мудрости. Как раз мне он нужен, потому что потратил. И забираем 100 сверкал. Переходим на мини-босика. Давай, 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 все. Так, мини-босс. Сейчас посмотрим. Два кревета. Ага, они у нас шустрые.
Как раз под моих хитрых. Самое то. Начнем потихонечку. Тут главное не дать им накопить. Отлично. Тут главное не дать им накопить энергию массовую, так чтобы они сделали. Отлично. Так, ну что ты будешь делать, супостат? Хорошо, вбунькал. Ну и смотрим, кто у нас тут. У нас два мини-босса, это сородич шепота и тройной удар. Пока я буду делать, наверное, все-таки вот так. Бомбить сородича, хотя тройной удар мне тоже не совсем нравится здесь. Так, вот. Ты посмотри, что он сделал. Как он бомбит, а? Как он, друзья, бомбит. Да ладно, ты серьезно? Блин, даже не добили его. Так, ну что, давай сюда укусим. Сделаем вот так и добьем. Двоих сразу, наверное. Да. Так, ну и что, тройной удар у нас тут остался. Добивай его. Поехали. Древесина. Я понял. Ну что, у нас получается... Раз, два, ну да. Две энергии мы потратим. Нам надо будет третью докупать, чтобы с последним поединком там справиться. Так, а здесь у нас два громобоя. Плюс это стражи. Это плохо, не очень хорошо, конечно. Для моей команды здесь два стража. Слишком долго мы их тут будем разбирать. Плюс еще не сбой, у них есть суператаки. Если мы только вот так вот через понижение брони... И то, понижение брони, максимальный урон наносит, это, конечно же, только кривоклык. Вот что я могу сказать тебе. Так, ну что, этого в минус. Лечимся. Да я сказал, лечимся, твою налево, блин. Он пошел кусать. Давай, 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 залечиваем раны. Отлично. Ну что, суперудар? Конечно же, не отцепляется от моего барсика, как мы видим. И на второй волне у нас клыкокриф, остальной капкан и опять же громобой. Поехали сюда. Начну с остального капкана, потому что он, ребят, своей суператакой, он мало того, что наносит урон, он мне еще и отнимает энергию. Барсику, как всегда, перепадает в первую очередь. Так, этого минус. Ну что, громобой, ты остался у нас один. Понятно, добил все-таки, да? Довольный такой. Справился с моим малышом Барсиком и довольно сидит здесь. Естественно, ему кранты, друзья. Рыба. 616 миллионов общего количества рыбы. Это хорошо. Забираем. Какой там у нас... А, содержит элитных. Шторморез, лаварик, костолом, шепот смерти, экзотический шепот смерти, парящий прихвостень и кривоклык. Ну что, переходим на мини-босика. Давай. Я думаю, не должно быть никаких проблем. Ну, в данном отряде вообще никаких проблем нету. Поехали, начнем вот с этого. Допустим. Ну, следующий ход, он не желез, Барсик его добивает, я так понимаю. Дальше сюда.
промахнулся. Так, громобоюшка. Что он будет делать? Барсика кусает. Залечиваемся. И добиваем. Так, громобой. В кого он будет опять сейчас бомбить? Промахнулся. Я, наверное, еще раз залечусь. И давай его потихонечку уничтожать. Ну давай, давай, что-нибудь там думай. На тебе и добивка. Переходим на вторую волну. Опа-на. Ого. Такой что-то расклад мне не совсем нравится. Так, вот этого надо будет громорога бомбануть. Будет глушить. Он бы хотел бы, но у него не получается. Плевок. Ох ты, какой нафиг плевок, ребят. Это не плевок. Это плохо. Они, наверное, будут сильно бомбить, да? Сейчас посмотрим. Ладно, это терпимо еще было. Вот это уже похуже. Ать, и не добил. Барсик, по-моему, пока. Вот этот, наверное, гаденыш. Да, добил. Просто подло взял его и добил. Ладно, отомстим за него. Просто будем мстить. Ну что, еще один удар по нему и все. Пройдено будет. Ну что, ребятули, чтобы закончить нам это событие, мне придется все-таки воспользоваться своими рунами для того, чтобы взять откат. Другого варианта нету. Эх. Ну, мы отыграем небольшую часть, конечно же. Самое интересное посмотреть, кто здесь будет главный. Ага. Громобой, плюс он красный. Что-то как-то он мне не особо нравится здесь. Будем честны. Я, пожалуй, с него, наверное, и начну. Я его уничтожу, попытаюсь. С остальными чуть попозже разберусь. Костолом вообще в последнюю очередь буду брать. На тебе. Ух, как хорошо. Так, а это сейчас будет разбег делать. Или что он там пламенем жарит, я уже не помню. Надо хилиться мне. Его бы, конечно... Ох, ничего себе ты припечатал, парень. Хорошо ты бомбанул. Тут не поспоришь. Ты. Да, возможно, Барсик выживет, но как... Что мне делать в следующем поединке? Скажи-ка мне на милость. Опачки. И они еще и первыми ходят. Нет, ходим первым, первыми. Ходим мы. Извините, это необходимость. Костолом. Вот так сделаем. Поставим все на красное. Две атаки делаешь. Поехали.
Допустим. Да. Это хорошо придумал. Взял, снял с них защиту и плюс лишил возможности спецатаки делать. То, что мы любим. Так. Что-то мне подсказывает все, ребят. Их песенка спета. Он щиты вешает на него. Это мало, конечно, ему поможет. Щиты такие слабенькие вообще. Давай, наверное, травану его чуть-чуть. Сделаем вот так. И вот так. Ну все, до свидания, парень. Твою налево. Ну теперь точно до свидания. Опять нам выпадает здесь рыба. Окей, рыба так рыба. Ну что, ребята, главное, мы прошли это событие. Забираем 200 рун. 200 рун в копилочку. Отлично. Так, что у нас тут еще рыба? Ну, рыбу нам уже некуда складывать. Надо ее тратить. Надо ее тратить. А тратить я буду следующим образом. А древоруб, вернись. Хватает, хватает. Иди тренируйся. Так, вот этот у нас водорез. Возвращайся. Академия нужна. Все, я понял. Так, лети тогда за рыбой. 135. Не хватает чуть-чуть железа. Чуточку не хватает. Чуточку, да? А ты у меня 79 уровня. Ну что же, будем тогда копить, копить ресурсы и потом уже отправлять на прокачку. Другого варианта я пока не вижу. Да. Ну а так вроде бы все на сегодня. Да, друзья, на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!